Доброе субботнее утро, ребятки. Засниму себе на память золотую осень и с вами поделюсь. Ну, сейчас везде, где есть осенний сезон, может быть, золотая осень уже в разгаре. Так, наши цветочки, не наши, а сосед, ну, тут по соседству цветочки. Тут типа рябинка, дерево такое, типа рябинки. Южный Уэльс. Октябрь. Помыла голову, и она, ну, вроде она высохла. Вообще, помыла волосы, надо же говорить, а не голову. Ну, это такая фраза. Высохла, думаю, все равно прохладненько, еще надену шапочку. Я люблю, вот мне лучше быть теплее, чем холоднее. Так. Идем. Что туда надо замазать? Ну, поцарапалось что-то такое. Morning. I see you doing that a lot. Yeah, I just filming. Do you want to be in my videos? Filming the views, filming how beautiful Wales is in any season. Do you want to say hello? Do you put it on YouTube or something? Yeah, it's my channel. Yeah. Do you want to be in my video? No? You a bit shy? Sorry? Are you a bit shy? Just say hello. No. Okay. Yes. I asked for permission. No. So I just say the beautiful flowers in October. Beautiful. What do you call this tree? Do you know? It might be a round tree. I need to check. Like there is an app. You know, there is an app where you can scan something and it's telling you the name. Yeah. That's what I want to download. Since summer I meant to download it. Mm-hmm. I'm from Ukraine originally. Mm-hmm. I've lived in England for 7 years. I married a Welsh husband. Mm-hmm. So in England for 7 years and in Wales for 9. Mm-hmm. So yeah. So that's, I'm just like, I'm walking every day because it's nice fresh air. Makes you walk me on the golf course. Oh, I need to go there as well to have a look. Yeah, I mainly do this circle. I've got a week off, that's why you see me more often. And I work when I work part time. I don't walk so much. No, only when on my day off. So that's the route I like. Yeah. And when it's not rain, even if it's raining, yeah, it looks strange. Like it looks strange. She's walking, but it's just for fitness and fresh air and a bit of fun. Photos. Canal as well. Yeah, with my husband. Yeah, have a good day. Okay. Thank you. Он не захотел быть в моем видео, он спросил, чем я занимаюсь. Я объяснила, это, знаете, люди подозрительные могут быть, что я так хожу с камерой тут. Как бы, знаете, могут люди там ходить, фотографировать, планировать там ограбить, знаете, ну я же, конечно, честный человек. Меня это не интересует. Так, скип. Сейчас... Засниму такие красивые цветочки. Они уже отцвели, это уже отцвевшие. Выглядят, как вроде цветут, но они были розовые, стали бордовенькие. Это с листочками, что, о чем я хотела сказать. Сейчас скажу. Пока заснимаем золотую осень. Видите, как English. Я не знаю, слышно ли его было на камеру. Надеюсь, слышно. А тут, ну, вот такие люди резервят. Британцы, англичане, уэльцы. Вообще, ну, в основном, кто живут на британских островах, Great Britain, British Isles, резерв. Вот, наверное, у них генетически так заложено, они такие резерв. У них хорошие манеры. Резерв это означает, ну, не сильно так выпячиваться, знаете, быть таким скромненьким, немножко застенчивым. Наверное, их так, ну, воспитывали, знаете, покоряться, ну, как и в советской школе воспитывали покоряться все время, там, не высовывайся, не выпячивайся, я последняя буква в алфавите, это все может вредить нашей самооценке. Так, золотая осень, видите, пока она еще полностью не опала, золотая осень, сейчас еще будут думать, что их машины снимают по каким-то причинам. Это просто красивая машина, все Range Rover, золотая осень.
Я же говорю, я выходная, тут недельку отпуска, потому что поэтому вы меня видите каждый день. А он, наверное, тоже ходит на прогулку. Говорит, ты была на гольф-клубе? Нет, надо туда сходить, там тоже красиво. Так, а здесь такие на фоточках у меня есть. Так, золотая осень. Ну, видео у меня о том, о золотой осени, а плюс еще что рассказать. Говорит, ты на YouTube ставишь, говорит, да, мой канал маленький для единомышленников. Вот, показать людям красивые виды Уэльса, где мы бываем, что мы видим, и себе просто на память. Я люблю иногда посмотреть каналы других, в других странах. Как раз, как путешествуешь в виртуальном, вроде бы путешествуешь, видишь. Так, такой проулочек. Эпизодик. Там, где больше листиков, то больше золотой осени, так сказать. Скип, этот скип, вот 125 фунтов можно нанять. Неважно, сколько, или день, или две недели. Тебе нужно, чтобы его заполнить, весь хлам увезти. Вот нам нужен такой. Я верю, что Наджел наймет один раз, one day, однажды. И мы расхламимся. Надо же верить в хорошие чудеса. Верим. Думаем о хорошем. Так, еще немножко листиков. Так, хотела в этом видео сказать, какой типаж мужчин мне нравится. Вот именно мой. Я уже со временем, годами поняла. И кто меня привлекает вот просто физически. Конечно, сразу мы обращаем внимание на физическое, на физическую развитость. Так. Ну, кому-то, может быть, не важно, кто любит таких полненьких, кто любит разных. А мне вот мой типаж, это спортивные парни, мужчины, которые следят за своим телом. Так как для меня это очень важно, вот, выглядеть стройной. В кроссовочках я... Да. Поддерживать себя стройной, в здоровом теле здоровый дух, как мы знаем, да? Для меня это очень важно, кому-то это не важно. Я понимаю, пожалуйста, каждому свое, каждому что-то важно, что-то не важно. Так, видите, улица может писаться вот так. Ну, в основном все улицы так пишутся. Есть более красивая, вот тут новая, наверное, вывеска. Переулок Лесной. Вот красит, видите? Переулок Лесной. Классно, да? Вот красит. Тут вывеска поновее. Вот мужчинка спрашивает. А, сюда золотая осень, здесь больше осени. Что ты хочешь, тут снимаешь? Ну, я вам объяснила. Там два Фольксвагена. Слишком близко подходить не буду. Чтобы тоже не испугать людей, знаете. Цветочки красивые здесь, белые, желтые. Вот это у меня немножко фотомания. Так что тут у нас сейчас. Уже надо заканчивать. Так, белые, желтые цветочки, хризантемки. Конечно, когда так, оно хуже видно. Ну, я 10 минут или в 12 ложусь. Наверное, ветер дует, наверное, не даст мне нормально сказать. Может, вот так лучше. Ну, мой типаж мужчин привлекательных. Это спортивного телосложения. Спортивного. Я не люблю, когда мужчина набирает вес. Когда он не следит за собой. Но я могу такого мужчину уважать, там, познакомиться с ним, общаться, ходить на свидания. Но если он начнет работать над своим телом при таком условии, если он со мной на одной волне, а я как бы никого переделывать не собираюсь, это не нужно. Ну, мужчина или такой, или не такой, да, парень. Или это его интересует, там, здоровый вес, здоровое питание, здоровый образ жизни, стиль жизни. Или этого его не интересует, или это ему в напряг, или вообще-то не его, не интересует это его. Почему? Я же не должна вообще лезть к человеку, переделывать его.
Вот сейчас расскажу во второй части, о чем я. Кому интересно, какой типаж это мой типаж. И когда это поняла. До встречи в второй части.